Привет, друзья! Мы в саду Кешью во Вьетнаме. Это обычное многолетнее растение в тропиках. И у этого дерева совершенно особенные плоды. Вы можете даже об этом не знать. У него развивается костянка, содержащая семена вне плода. И семенная часть – главная экономическая ценность, также известная как орехи кешью. Время роста дерева кешью – от 3 до 5 лет. Время экстракции может составлять около 50 лет. Им нужно около 2-3 месяцев, чтобы созреть. И они либо упадут сами по себе, либо... Соберут урожай кешью. Соберите орехи вместе с упавшими фруктами. Время сушки. Упаковка. Доставка на завод по переработке орехов кешью. Удаление косточек из сырого фрукта и очистка. Приготовление на пару сырых кешью. Охлаждение. Сортировка. Thank you.
очищение. Очистка. Наполнение лотков. Сушка. Thank you.
увлажнение. Шелушение. Калибровка и оценка цвета ядер орехов кешью. Процесс классификации. Процесс дезинфекции. Процесс упаковки продуктов с белыми ядрами кешью. Кешью тщательно проверяются, отбираются перед обжаркой и переработкой. Кешью обжаривают на машине, обеспечивая пищевую безопасность. Автоматическая упаковка. Процесс производства сырья. Урожай сырых кешью, сушка, сортировка, обжаривание на пару, отделение кожуры, сушка, удаление кожуры, ядра, цветная сортировка, оценка, повторный отбор, жарка плюс смешивание вкуса, металлодетектор, упаковка в коробке, палеты.